Strangers in the cool. Пацаны, почему не в намордниках? Скрипач не нужен. Какой дурак на плюке правду думает? Абсурд. Обоим пожизненный цирк без гвоздей. До выплаты. Выплата 500 чатлов. По 250 за штуку. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю. И Владимир Николаевич тоже. Это твое заднее слово? Задней не бывает. Нет, Геноцвали, когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Если ты подумаешь, что это хреновина не транклюкатор, это будет последняя мысль в твоей чатланской башке. Ты что, Владимир Николаевич, обалдел, родной? Откуда на плюке моря? Из них давным-давно лут сделали. Принеси песочку, родной. Плюк — чатланская планета. Поэтому мы, подсаки, должны цаки носить. Владимир Николаевич, это оголделый расизм. Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын двоечник. За кооперативную квартиру не заплачено. А ты тут мозги пудришь. Плохо кончится, родной. Мы из Советского Союза прибыли по культурному обмену. Наши знают, где мы. Ищут. Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. Ну, гравицапа — это то, без чего пепелац может только так летать. А с гравицапой в любую точку Вселенной за 5 секунд. Как же вы без гравицапа пепелац выкатываете с гаража? Это непорядок. Дядя Вова, цапу надо крутить, цапу. На, сам делай. Мне нельзя, я чатланин. Уйди отсюда! Как советовать, так все чатлане. Как работать, так... Астронавты! Который тут цапа? Ну, там ржавая гайка, родная. У вас все тут ржавое. А это самое ржавое. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А какое в этом удовольствие? Молодой еще. Еда есть? Каша. Какая? Пластиковая. А ты, паршивый чатлан, цака день. И сюда он, когда с пацаком разговариваешь. Ханут пацакская планета, родной. Слушай, дядя, жми на время. Это не дирижабль, балда. Это последний выдох господина Пэже. Побойся неба. Пэже жив, я счастлив. А я еще больше счастлив. Я очень люблю Пэже. А я его еще больше кухаю.